Среди лидеров фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг регионов за октябрь. Инао попал в группу субъектов с высокой устойчивостью. Грядущие изменения. В администрации обсудили 5 важных вопросов. Среди них касающиеся налогообложения и поддержки регионального бизнеса. Прожиточный минимум на следующий год оставили без изменений. Постановление подписал Медведев. С главными событиями этого дня в студии Олег Атанзийский. Новости начинаются. 18 из 85 фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг регионов за октябрь 2015 года. Ненецкий округ занимает в нем 18 место, набрав 7,7 баллов из 10 возможных и находится в группе региона с высокой устойчивостью. Среди событий позитивного плана, повлиявших на рейтинг, названы подписание окружной администрации соглашения со Сбербанком и Московским индустриальным о запуске 5% ипотеки, а также принятие собранием депутатов НАО закона, устанавливающего пониженную ставку налога на прибыль для крупных инвесторов. Наши соседи, Республика Коми и Архангельской области, отнесены к группе регионов с пониженной устойчивостью. Все социальные обязательства, несмотря на сложный бюджет в 2016 году, округом будут выполнены. Об этом заявила главный финансист региона Татьяна Логвиненко. Проект финансового документа изучили на заседании администрации. Кроме того, в повестку заседания включили вопросы, касающиеся налогообложения и поддержки регионального бизнеса. Один из вопросов, вынесенных на обсуждение, касался поддержки малого и среднего бизнеса на территории округа. Проект закона предусматривает налоговые льготы для некоторых видов предпринимательской деятельности. Расширен перечень, добавлены в соответствии с федеральным законодательством бытовые услуги. Вот также появилась возможность дифференцировать налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения для всех юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства в зависимости от вида деятельности. И расширен перечень видов деятельности, для которых возможно применение патентной системы налогообложения. Сейчас в действующий закон о патентной системе налогообложения включены 45 видов деятельности. Предлагается этот перечень увеличить до 61 вида. По патентной системе налогообложения для такого вида деятельности, как оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, сумма потенциального годового дохода предполагается изменить с 500 тысяч рублей до 270 тысяч. Как пояснили представители Департамента финансов, данный налог является неподъемным для предпринимателей, осуществляющих этот вид деятельности. Ощутимое снижение затронут и розничную торговлю. Изменить размер потенциально возможного дохода для объектов, осуществляющих розничную торговлю, через объекты стационарной торговли площади торгового зала не более 50 квадратных метров. Значит, в действующем законе 4 миллиона рублей, меньше до 2 тысяч рублей и в Наринмаре и в поселке Искатели, и с 2 миллионов рублей до 1 миллиона рублей на сельских территориях. Также участники заседания рассмотрели вопросы содействия в переселении на территорию округа соотечественников, проживающих за рубежом, в бывших республиках Союза. Предлагается переселить 290 соотечественников, из них 220 участников, 70 членов. Что касается финансирования, здесь оно предусмотрено небольшое, на весь срок реализации чуть больше 5 миллионов. Данная программа по переселению соотечественников будет способствовать привлечению квалифицированных кадров на территорию округа. На сегодняшний день в регионе присутствует существенный дефицит специалистов в области здравоохранения и образования. Главным вопросом на заседании стал проект бюджета на следующий год. Как пояснили в Департаменте финансов и экономики, несмотря на сложную экономическую ситуацию, все социальные обязательства перед гражданами округа будут выполнены. Вы видите, по бюджету очень сильно снижены расходы практически по всем департаментам. Значит, также мы восстановили те расходы, которые были в свое время в июне, в июле сняты, в связи с недостатком средств в бюджете. Конечно, ситуация сейчас очень сложная. Никто все равно не ожидал, что деньги не появятся в бюджете, потому что все думали, в июне-то ладно, пережили, в декабре они появятся. На сегодняшний момент мы живем в кредит. Все социальные обязательства и содержание всей сети учреждений мы продолжаем финансировать, и они идут, так сказать, в первоочередном порядке. Все проекты законов на заседание были приняты. Далее они будут вынесены на рассмотрение депутатов окружного парламента. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».
Минимум 850 рублей, максимум 4900. Правительство оставило без изменений на 2016 год величину пособий по безработице. Глава Кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление, которым установил его минимальную величину. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Напомню, что минимальная и максимальная величина пособия по безработице устанавливаются правительством страны ежегодно. При этом они не индексируются с 2009 года. Тем временем Минтруд сообщил о том, что численность официально зарегистрированных безработных в России составляет 913 тысяч человек. В 64 регионах страны отмечается рост численности безработных, при этом рост более 1% наблюдается в 23 регионах. Наиболее значительный рост этого показателя, как отмечает Минтруд, отмечается в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, автономном округах, Югре, Архангельской, Курганской, Сахалинской областях, республиках Алтай, Саха, Якутия, Тыва, Крым, Алтайском крае. В итоге, по состоянию на 1 ноября текущего года, уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения. Уровень общей безработицы по методологии Международной организации труда 5,2% от численности экономически активного населения. Далее отправимся в Красное, Бугрино и Санкт-Петербург. Впереди большой репортаж о изучении ненецкого языка в школах региона. Желание почему появляется? Потому что во всей России это уже стало модно. Спасти и сохранить. Хотят ли современные школьники изучать родной язык и почему ненецкий был под запретом? Большой репортаж. Знать не только язык. В регионе впервые пройдет тестирование по истории Отечества. Принять участие в нем сможет каждый желающий. Миноборнауки утвердило порядок поступления в вузы. Он будет считаться постоянным, и абитуриенты смогут заранее узнавать все детали приемной кампании. В этом году их ждут около 900 вузов и 1300 филиалов. На всех уровнях образования в 2016 году будет выделено почти 500 000 бюджетных мест. Зачисление пройдет в два этапа. Сначала вузы возьмут 80% выпускников, потом еще 20%. Вся информация на сайтах вузов должна быть размещена не позднее 16 ноября, это в этом году, а в последующие не позднее 1 октября. Выпускникам колледжей и техникумов не придется сдавать ЕГЭ, если они вдруг захотят поступать в вузы. Им достаточно результаты вузовских вступительных испытаний. Но право сдавать ЕГЭ у них, безусловно, есть. Кроме того, если раньше вузы учитывали только школьный аттестат с отличием, то теперь будут также учитывать диплом о среднем профобразовании с отличием. Сохранены условия приема профильных абитуриентов. Для них вуз может установить вступительные испытания в соответствии с профилем среднего профобразования. Результаты олимпиад школьников действительны в течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады. То есть год проведения олимпиады плюс 4 года. Точно так же, как ЕГЭ. Школьникам Ненецкого округа предлагают осваивать родной язык. В некоторых образовательных учреждениях, впрочем, он уже давно является основным предметом, как правило, на селе. Язык так называемых самоедов в Заполярье по углубленной программе сейчас изучают примерно 1000 ребят. Все абсолютно разных национальностей. Есть и ненцы, и русские, и даже украинцы. А ведь буквально 5 лет назад в автономном округе шла речь о том, что ненецкий язык местным школьникам вовсе не нужен, мол, в жизни он точно не пригодится. Наша съемочная группа убедилась в обратном. Ань, здорово! Ань, здорово! С этих слов здесь начинается каждый урок ненецкого языка. На партах тетради и словари, впрочем, в них заглядывают редко. Этот предмет пятиклассники ненецкого поселка Красные изучают с первого звонка, поэтому ответить на вопрос учителя для них теперь как дважды два. Леша, будь раханяна мынась. Маня москвахана мымась. Я был в Москве. Анастасия Соболева по-ненецки свободно не разговаривает. Говорит, пока ведь впереди еще несколько лет обучения. Родом пятиклассница из соседней республики Коми. Родной язык знает слабо. Она уверена, ненецкий гораздо сложнее. Здесь и грамматика другая, да и произношения отличаются. Там много разных окончаний. Сложно разговаривать, выговаривать слова. Из 37 существующих в регионе школ родной язык преподают в 13. В основном они расположены в сельской местности, там, где когда-то компактно проживали ненцы. Сейчас же национальный состав заметно расширен. В поселковых школах по единой программе учатся и русские, и коми, и украинцы. В самом начале, когда несколько лет тому назад начали изучать ненецкий язык, было всякое.
Изучать или нет, решают сами школьники. Насильно никого не заставляют. За последние пару лет ненецкий язык, как предмет обязательный, появился еще в нескольких школах округа, но отнюдь только сельских. По данным мониторинга, его проводили работники образования, большинство городских ребят не желают знать родной язык. По школам города где-то 2, 4, 6, до 12, в одной школе 12% желающих изучать ненецкий язык. Руководителям городских школ рекомендовали организовать специальные факультативы для тех, кто пожелал изучать ненецкий язык во внеучебное время. Но возник вопрос, где взять педагогов. В автономном округе всего их 33. 26 работают по совмещению, то есть по диплому учителей родного языка не больше 10. Раньше преподаватели готовились здесь, в Нарьян-Маре. Прекратили. Теперь нужно ехать в Петербург или на Ямал. По ягоды они пошли. Ягодна, токочана, марангача, неармида. Роза Конюкова – живая легенда. Это она учила ненецкому тех, кто затем учил других. Она же автор методических пособий для первых-четвертых классов. По учебникам Розы Ивановны обучаются уже 25 лет. Не только в Ненецком округе, но и в Мурманске, и даже в Москве. Желание почему появляться? Потому что во всей России это уже стало модно. В 76-м вышла ее последняя авторская работа, а в 89-м Роза Ивановна обновила учебник Анатолия Рожина. Это первый человек, который составил букварь на ненецком языке. Автор пособия входил в состав знаменитого оленно-транспортного батальона. Эти полярные конвои принимали участие в Великой Отечественной. В осажденный Ленинград животные подвозили продукты и медикаменты. Нужно было сохранить память, поэтому я его включила его основные работы, ну а сама добавила... Школа уже новая, нового типа, содержание школы другое, подход совершенно другой. Так? И, конечно, мне пришлось его... Здесь я ввела именно методический новый аппарат, здесь сюда методика новая абсолютно, вот, потому что таких этих уже не было. Ненецкий язык в Заполярье преподают с начала 20 века. За более чем 100 лет так называемые самоедские и школьные программы пытались убрать два раза. Первая попытка случилась в 60-х. Около 10 лет ненецкий язык был под запретом. Аналогичные события могли произойти всего 5 лет назад. Каникулы. Нерня Манзарангова. Каникулы прошли. Но, несмотря на все трудности, ненецкий язык как предмет был сохранен. Школьное расписание. Урок родного теперь ставят раз в неделю, не чаще. Язык должен жить. Наше государство все делает для того, чтобы любой язык развивался. Мы не должны забывать свою культуру, свою историю, свои традиции. И все это связано, естественно, с языком. Латинские буквы, видите, да? Я вам серьезно говорю, да. Вот, пожалуйста. Это учебник ненецкого 30-х годов прошлого века. Собственного алфавита язык самоедов еще не имел. Печатали на латинском. Теперь эта книга, пожалуй, музейный экспонат. А вот современная версия. Красочная обложка и яркие иллюстрации. Материал подается на двух языках – ненецком и русском. Так ребенок лучше и быстрее усваивает знания. Ненецкий язык вообще у нас из всех малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока самый продвинутый, можно так сказать, потому что он... выпускают и изучают его даже в 11 классе. Если говорить о других языках, там, если нанайский, там, селькупский взять, другие языки, то, как правило, ограничиваются начальной школой. Там. В этом году издательство «Просвещение» для школ Ненецкого округа выпустило линию из 17 новых учебников. Учебников, которых так не хватало. По данному пособию смогут учиться и школьники других регионов, где ненецкий для многих также является родным языком. Ямал, Таймыр, Республика Коми, Мурманская и Архангельская области. Там сохранению культуры народов Севера в последнее время тоже уделено огромное внимание. Эти ребята сегодня дебютировали. Они впервые написали школьную олимпиаду по ненецкому языку. Результаты превзошли все ожидания. Нескольким ученикам до максимума не хватило пару баллов. Впрочем, педагог доволен. Подрастающее поколение сможет когда-то заменить тех, кто уже имеет огромный стаж работы. Среди отличившихся есть Настя Соболева, девочка, которая обязательно заговорит на ненецком. Олег Хатанзийский, Антон Выдряков, Александр Дуркин, Вадим Стасюк, Андрей Котов. Телеканал «Север». Ненецкий автономный округ. Знать не только язык, но и историю. 19 декабря Ненецкий округ будет сдавать тест по истории Отечества. Окружные парламентарии поддержали инициативу Общественной молодежной палаты
при собрании депутатов о проведении акции «Всероссийский тест». Концепцию теста депутатам представил председатель молодежной палаты Александр Рочев. Решение о проведении всеобщего теста для россиян было принято на заседании молодежного парламента при Госдуме. В акции примут участие 85 субъектов Российской Федерации. В ней может принять участие любой желающий, вне зависимости от возраста. Тест разрабатывается Уральским федеральным госуниверситетом имени Бориса Ельцина. В тесте будет 40 вопросов, охватывающих период истории Отечества с 882 года по настоящее время. Онлайн-тестирование в Ненецком округе, как и во всей стране, пройдет 19 декабря. О месте, времени и порядке проведения всероссийской акции будет сообщено дополнительно. И смотрите далее в выпуске. Ничто не забыто. В Нарьян-Маре вспоминали жертв ДТП. В этом году на дорогах региона погибли 3 человек. Ежегодно на российских дорогах гибнут около 20 тысяч человек. В Ненецком округе за 10 месяцев этого года в ДТП погибли 3. Почтить память жертв и обратить внимание участников дорожного движения на соблюдение правил вышли сотрудники окружного ГИБДД и дети – это воспитанники Дома детского творчества. В морозный день на площади Ленина собрались более десятка детей в разноцветных жилетах. Это воспитанники Дома детского творчества, участники объединения «Юные инспекторы дорожного движения» и театральной студии «Отражение». В руках подрастающего поколения плакаты с призывами к водителям автотранспорта и белые шары с бумажными голубками. Чтобы еще раз напомнить, что беда может случиться с каждым. Светофоры, регулировщики движения регулируют. Но если, ну, например, светофор не работает, а регулировщика нет, может случиться ДТП. За год, по данным ООН, в мире в ДТП погибает более 1 миллиона человек. В основном это молодежь до 30 лет. Чтобы привлечь внимание к проблеме смертности на дорогах, Генассамблея ООН учредила День памяти жертв ДТП. Ежегодно в 3 воскресенье ноября во всем мире на дороге выходят активисты. В Нарьян-Маре к проезжей части вышли сотрудники ГИБДД и воспитанники Дома детского творчества. Мы вообще работаем с сотрудниками ГИБДД уже более 15 лет. И, конечно, каждый год принимаем участие во всех акциях, социально значимых акциях, которые проходят у нас в городе. Ребята любят акции. Ну, мы им разъясняем, что это за мероприятие, чему оно посвящено, и они, конечно, идут вот сегодня даже с родителями. Родители больше всех обеспокоены вопросами безопасности на дорогах. Ведь нередки случаи, когда в авариях погибают дети. За 10 месяцев текущего года на дорогах нашей страны погибло более 19 тысяч человек. Детей более 600. Мы с вами собрались сегодня выразить слова уважения и скорби тех, кого нет с нами. В память тех, кто погиб на дорогах нашего округа, в небо над Нарьян-Маром выпущены десятки белых шаров и бумажных голубков. А в Богоявленском соборе прошел молебен в память о погибших и служба за здравие участников дорожного движения. Любовь Пермякова, Алена Валей, Антон Выдряков, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть наши новости можно и на сайте. Напомню, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. До встречи.